Молоко пишет, я что, зря у мамки деньги украл? Нормально, нормально, нормально. Все, не зря. Да нет, приглоски, да? Ща, подожди. Блять, у меня сок стоит, Лех, неделю в холодильнике. Как ты думаешь, можно его пить? Нет. А? Рич, смотри, годен до 23.01.17 года. Пацаны, если... А ты его открывал? Пацаны, если во время стрима отлучусь минут на 10, не удивляйтесь. Попью сачку, неделю в холодильнике стоит. Если... Нет, стой, подожди, ты его открывал? Угу. А, ну тогда не надо. Блять, я уже сделал глоточек, Лех. Там написано, открытым хранить не более. Где, подожди, дай почитаю. Там есть такая информация. Минимальное для питания детей с 3 лет... персиковый состав, персиковое пюре, бла-бла-бла. Открытую упаковку с продуктом хранить при температуре от 2 до 6 градусов не более суток. Ясненько, блядь. Ясненько, нахуй. Ясно, сачку хлебанул. Нормально, блядь. Читать, блядь. Не более суток, блядь. А написано сверху, нахуй, до 17-го года, Лёх. Это если закрыто. Да? Да. Хуёво, когда тупой, нахуй. Хуёво быть тупым, да, Лёш? Да, я-то умный. Мужчина, пойду, уже посидел, пойду водички из-под крана наберу, рекламка 60 секунд. Сейчас приду.